Всем привет! 12 июня 2021 года. Идем на пляж смотреть. И вот зафиксирую, пока не отремонтировали ее, не заремонтировали окончательно. Дата постройки этой лестницы 1967. 67, да? Не 50. 67 год, 1967 год. Это дата постройки вот этой замечательной лестницы, которую, наверное, со временем разломают при ремонте парка. Она, конечно, уже в неважном таком состоянии, но тем не менее будем ее помнить, если что. Дождь лил очень долго, поэтому все грязное, все такое. Земля мокрая, рыхлая. И есть такой замысел прогуляться от городского пляжа до этого Герценского моста. Давайте это проделаем, потому что местность интересная. Скалы будут слева, известняк Орловский. Но вначале посмотрим на слияние Оки и Орлика нашего. Особый привет передаю членам Орловской походной группировки, которые сегодня поехали к истокам Оки. Надеюсь, их особо дождем там не застигнет. Ока у нас оттуда вытекает. Вот они где-то там, возле истоков, должны были сегодня хорошенько покататься на велосипедах. Привет вам, ребята! Вот из города Орла. Там у нас Орлик. Три дома по почтовому переулку советских. И монумент в честь 400-летия основания Орла. Спасательная станция. Погода вроде неплохая. Давайте прогуляемся, но вначале пройдем по пляжу. Здесь, я вижу, завезли песочек. О, тут какие-то... Что это вообще? Дополнительное что-то. А, прокат. Инструктаж на суше. А что у вас? А, вот эти штуки. Понял. Это вот как раз то, что я снимал, вот эти. Да, это вы по Орлику плыли, я вас снимал, да? Тургеневский мост. Мы по Орлику не плаваем. Ага, а, вы здесь. Здесь. Да, замечательно. Прокат сапсерфов, или как они называются? Все верно. 500 рублей в час, да? Это прокат, да, второй час стоит 450 рублей. Инструктаж. Инструктор вам проводит на суше. Ага. То есть выдается вот такой сапсерф, то есть доска такая надувная, и весло. И привязывается к ноге. Вот такая штука. И теперь вы можете это дело попробовать на центральном пляже города Орла. А со скольких до скольких? Работаем с 10 до 10. На час в 9 уже закрывались, потому что пока не восстановилась погода, соответственно, уже темнее. Еще раз, ценничек. В общем, практически целый день работают. Спасибо. Да, и у нас даже есть сегодня, у нас 7 часов будет проходить йога, доски все разобраны. Сап-йога даже, замечательно. Точнее, не йога, а силовая. Ну, молодцы, предприниматели, спасибо. Спасибо, да. И еще вот такой лягушатничек натянули, замечательно. Песочку насыпали. Ну, вода после дождей какая-то грязноватая, надо сказать. Да. Давайте немножко возле воды пройдемся. Дело в том, что этот пляж, он как бы скрывается в вечернее время, солнце за горами, поэтому вот именно сейчас я очень рад, что застал, 16 часов где-то, солнечное пока время суток. Там у нас Герценский мост, вот к нему мы в принципе идем медленно так. Ну после дождей, да, водичка мутная, что поделать, но тем не менее.
Буйки вот установили, я вижу. Песочка свежего подсыпали. Это я как-то видел. Такой маленький такой бульдозерчик с человеком на борту. Все это пересыпал. Куча песка вот сюда он его сбрасывал с набережной. Почистили пляж, вижу. Это очень приятно, замечательно. А то лежали тут какие-то, мусор какой-то. В общем, пляж готов к приему посетителей. Могу еще водичку пощупать. Ну, водичка, я думаю, хорошая уже. Под 20 градусов. Ну, как бы сказать, 18-20, не знаю. Прохладная. Прохладная, конечно. Ну, так, чуточку побултыхать можно. Рыбачок рыбу ловит, сидит. Наш путь с вами до того моста. Посмотрим налево, посмотрим направо. Справа у нас, соответственно, правый берег Оки, а слева левый. Там вот чуть виднеется за деревьями беседка городского парка. О, клевер. Клевер уже вылез. Да, тут за этими со всеми делами клевера-то как-то я и не заметил. Ёлки-палки. Посмотрите, уже практически лето наступило. Я вот помню, в детстве мы вот эти как штучки отрывали, они такие сладенькие. Да, чуть-чуть. Так вот брали. Тык. Что-то не очень. Сочный клевер. Ну ладно. Там у нас набережная Дубровинского. И там за забором КНС-6. Канализационно-насосная станция. Это такое сооружение. Канализация в этом месте не может самотеком идти. Ее подкачивают. Раньше это место все было заросшее. Потом все это вырезали, вырубили. И, в общем-то, получилось нехорошо. Потому что возле этой КНС нужна растительность. И вообще растительность, она помогает удерживать водное вот это зеркало, вот, ну, чтобы река не мелела. И боюсь, что Ока может помелеть из-за того, что вырубили растительность всю по берегам. Хотя набережные, конечно, получились симпатичные. А вот эта дорожка никак не обустроена, она грунтовая. Вот скалы наши известняковые. Не отставай! Вот по этой
тропинки можно подняться прямо к аттракционам. Но она очень скользкая. КНС-6. Ух, какой. Это репейник, по-моему, нет? Не помню, как растение называется. Или лопух, или репейник. Наверное, одно и то же, что лопух, что репейник. Нет, не знаю, забыл, все забыл. В этом городе живу. Все, что изучали в детстве, все забыли. Сидим в этих, в асфальте, в этом, в бетоне. А тут такой запах классный. Вот, смотрите, люди, замечательная грунтовая дорожечка, буйная растительность пока еще. Когда-нибудь всему этому решку наведут и сделают набережную вот такую. Закуют в бетон и левый берег Оки. А пока все достаточно тут по старинке. Идешь, вспоминаешь. В советское время здесь узенькая тропиночка была. Сейчас как-то вот пошире она. Уж не знаю почему. Народ вроде столько же живет в Орле, и даже меньше, говорят. Почему тропинка стала шире? Даже не знаю. Ну, могу предположить, что, может, преступность понизилась, уровень преступности понизился, поэтому люди стали вот бегать тут, на велосипедах опять-таки ездить. Может быть, велотранспорт распространился сильнее. Вот. А раньше, помню, узенькая такая тропиночка была. Идешь вечно, и ноги об крапивы. Крапива по ногам долбает. Так, известняк. Скалы. Ракушечник. Не, наверное, известняк, не ракушечник. Не знаю, короче. Отложения такие меловые, древние. Набережная Дубровинского. Медленно, но уверенно подходим к Герценскому мосту. Была мысль у меня снять вообще длинное видео по проходу по левому берегу. Но я, наверное, все-таки сделаю кусками, потому что я не знаю, как там придется. Наверное, придется мост обходить. И не знаю, насколько интересно будет следующее видео, следующий ролик за мостом, который... Поэтому, если будет интересно, я его выложу. А нет, значит нет. Ограничимся этим. Но, скорее всего, что-то я буду все равно снимать, потому что есть желание, не знаю, какая дорога будет, дойти до плотины, поснимать плотину и мост на Льва Толстого. Там, через Оку, в районе улицы Льва Толстого, там, Горького, между... троллейбусным кольцом и улицей Льва Толстого. Да, замечательные заросли такие, классные. Прекрасные. Классные, прекрасные. Вот лопух. А то, наверное, был репейник. Не знаю, у меня тройка была по ботанике. Напишите, кто что разбирается в этих растениях, в комментариях к этому ролику. А я вам за это вон лилию покажу. Вон лилии желтенькие. Кувшинки, во!
кувшинки это. И утка плавает, очень красиво. Так. Это у нас, я так понимаю, овраг, который за архиерейским домом. Там вверху улица Ермолова, коммуны. А вот это, кстати, сетка, которой укреплен этот берег. Видите? Сетка камней, так же, как и на Орлике. Слушайте, откуда тут столько мусора? Просто как свинство какое-то. Да, сыровато тут. Не хотелось бы шлепнуться. Вот сеткой с камнями укреплен берег. И это хорошо. Пойдем по камням. Ох, что тут камни с сетками с этими. Да, ну нормально, да, вот на пляже посмотрели, ну, вот эти сап-доски. Вообще класс. И недорого. 500 рублей можно попробовать. Ну, как недорого. Попробовать можно. Часок. Я бы на их месте так бы сделал. Кто... Ну, что я буду думать? Типа как вот, кто впервые удержался на доске, вот тому, значит, поменьше. А кто шлепнулся, стал 500 рублей. Ну, не знаю. Ну, штука четкая, интересно. Я бы сам даже поплавал. Мы в детстве вообще плавали, ну, на чем? На кусках пенопласта по реке. И это был экстрим еще тот. Сейчас, видите, надувные доски. 500 рублей вообще, наверное, дороговато. Проще эту доску купить. Я не знаю, сколько она стоит. 20 тысяч, 30 тысяч. О, камень, главное. И на камне муравейник, да? Класс. Даже на камнях растут мурашки. Ой, живут. И на камнях растут, живут мурашки. Есть такой фильм, и на камнях растут деревья. Первый раз видел на камне муравейник. Вон кувшиночки. Там у нас улица Герцена. Вот он, собственно, мост, к нему подходим. Вот, теперь мы знаем, как выглядит левый берег Оки. Вот, а если мы из будущего смотрим этот ролик, из далекого, теперь мы знаем, как он выглядел. Потому что со временем, конечно, его сделают закованным в бетон. Сделают тут набережную, и тропинка эта исчезнет. Но зато, наверное, смогут кататься мамочки с колясками и... Дети на велосипедах, и вообще как бы дорога будет более чистой и менее опасной. Так, завершаем этот ролик чем? Вот там плывет какой-то теплоходик для любителей техники. Давайте посмотрим, что там у нас плывет. Какое-то судно. Афалина. А, я ее уже снимал как-то в ролике. Афалина. Прогулочный катер. Наши трамвайчики водные распилили уже. Теперь вот на таких вот маломестных катаются. Но люди сидят, в принципе, катаются довольны. Афалина. Хорошо. Так. Вот он, собственно, мост. Спасибо вам за просмотр.
Пишите комментарии по поводу увиденного. Я это место снял. Теперь моя совесть спокойна. Теперь пусть, если хотят, оборудуют набережную здесь. Тропиночку эту я увековечил. Герценский мост. Всем пока.